Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей, и сегодня у меня обзор заказа по 11 каталогу. Если вам интересно, что заказали мои клиенты, то оставайтесь со мной до конца. Всем приятного просмотра! Заказ сегодня будет небольшой, но довольно, в принципе, интересный. Я сегодня подготовил каталог с закладочками, чтобы вас не обманывать по ценам, потому что мне очень многие пишут, обращаются, чтобы все-таки я озвучивал цены на продукт, потому что во время просмотра обзора у многих возникает желание приобрести или заказать у меня. Кстати, чтобы связаться со мной, под этим видео есть ссылочки, как можно со мной связаться. Поэтому, если у вас есть желание зарегистрироваться, попасть в мою команду, стать клиентом, представителем или координатором, может быть, вы хотите у меня заказать какую-то продукцию, пожалуйста, буду рад вам помочь. Итак, первый мой заказ, вернее, первый продукт, с которого мы начнем, это вот такой вот замечательный крем. Крем для лица, увлажняющий, масло авокадо. А вы знаете, уже эта линеечка у нас вышла в этом году, по-моему, в январе. В первом, по-моему, каталоге она вышла. Вот эта вся линейка, в принципе, сейчас пользуется хорошей популярностью. Особенно у меня очень хорошо стали заказывать. Но я вот из этого заказа уже продал с этот 750-миллилитровый лосьон с дозатором. Ну, потому что клиентка не могла долго ждать и забрала. Вот, ну хорошо, давайте по факту, что у меня есть в этом заказе. Это вот такой вот крем. Он идет у нас 100 миллилитров, цена у него сейчас в каталоге 549 тенге, это очень выгодная цена, пожалуйста, заказывайте, приобретайте, и при покупке вот этого крема, при покупке вообще с этой линеечки у нас идет акция, можно заработать звездочки. Но у меня клиенты заказали несколько позиций, поэтому звездочки они заработали. Звездочки — это то, что сейчас, если вы с определенных страниц покупаете на 1000 тенге, вы получаете одну звездочку. 5000 тенге – 5 звездочек. 5 звездочек дает возможность уже получить заслуженный подарок. Итак, следующее у меня тоже с акцизных страничек. Это наш всеми любимый Full Speed, который у меня в этом году скатился. Скатился с топовых ароматов, ну ничего страшного, бывает и такое. Вот, ну сейчас, ребята, цена у него 2800. Я проштудировал следующие каталоги, я вам рекомендую сейчас бросить все дела, если вы на работе, уйти срочно на обед, найти этот Full Speed за 2800 и приобрести, потому что, ну, в ближайшее время цена будет не ниже 3000 тенге, а этот аромат очень-очень-очень-очень ходовой и очень популярный. И не забывайте, что 2800 тенге – это уже как минимум 2 звездочки вы можете заработать при покупке аромата. Поэтому я рекомендую, заказывайте 2, если вы пользуетесь этим ароматом, это сейчас самая выгодная цена. Что, в принципе, и сделала моя следующая клиентка. Она заказала у меня 2 супершока. Супершок я уже говорил, рекламировал. Девчонки, налетайте. Сейчас он по выгодной цене 1000 тенге. Это ровно 1 звездочка. Но у меня клиентка пошла дальше. Она у меня заказала 2 супершока, которые идут по 999 тенге. И заказала она у меня еще 2 карандашика. Они у нас идут по 799 тенге. Каталоги тоже дают возможность поучаствовать в подарке. Вот карандашик черный, один, в принципе, самый ходовой. Ой, какой ракурс-то классный, фокус прям хороший получился. Вот карандашики сейчас тоже выгодная цена, они последнее время 850-900 тенге, поэтому, девчонки, а также их мальчишки, заказывайте сейчас вот с этих страничек, очень выгодное предложение, и зарабатывайте подарки. Следующий у меня на заказе, это наш антибактериальный
увлажняющий крем для рук. Ой, гель для рук, прошу прощения. Вот такой замечательный гель. Я сам им пользуюсь, он у меня есть. Мне он нравится, в принципе, очень-очень хорошо. Сейчас, конечно, мы немножечко восстановились, и сейчас уже и в аптеках стали появляться, и вообще в продажах стали появляться эти антибактериальные средства. Но когда мы уходили все на карантин в марте, этих средств не хватало очень сильно. Я так думаю, что впереди, может быть, осенний такой период, когда может опять обостриться эта вся фигня. Прошу прощения за выражение, но это фигня все. Вот. Но тем не менее, защита всегда нужна, будь пандемия или не будь. Нам нужен всегда вот такой увлажняющий гель для рук. Я хочу, знаете, что сказать? Вот очень много сижу на Ютубе, много смотрю всяких новостей. И хочу сказать, что вот китайцы, корейцы, они в этом плане молодцы. Они до пандемии всегда защищаются, они всегда практически ходят в масках. Потому что... Ну, все равно всякое в городе летает, да, и пыль, и металлы всякие. Ну, в общем, маска, по крайней мере, хоть от чего-то, но спасет. Ну, может быть, мимо проходящий человек вообще чем-то болеет, не обязательно этой короной, да, но все равно чем-то болеет. Поэтому пользуйтесь маской, пользуйтесь антибактериальными гелями, обязательно заказывайте. Сейчас он у нас 700 тенге стоит, но у него цена так и держится, 700-600 тенге. Вот, классная вещь, поэтому рекомендую, чтобы всегда у вас была в наличии. Вот, меня услышали, у меня мои клиенты заказали. Следующая у меня новиночка. Друзья, хочу, знаете, что сказать? Самые внимательные подписчики, конечно же, заметили, что у меня вышел 11-й каталог, но я не сделал видеообзор новинок. Ребята, дело в том, что те новинки, которые в 11-м каталоге заявлены, я их смог приобрести намного раньше, в 10-м каталоге. И поэтому обзор уже состоялся. Пожалуйста, заходите, смотрите обзор новинок по 10-му, в 10-м каталоге, обзор новинок 11-го каталога. Но вот эту новиночку я не смог заказать, я ее только заказал сейчас. Вот, она у меня пришла, и она у меня будет... Сейчас будем мы ее тестировать, смотреть, проверять, и я вам скажу свой отзыв. Значит, смотрите, это у нас уже серия идет, серия Surreal Utopia. Название красивое. Аромат идет цветочно-древесный, в составе черная смородина, гелиотрол, ваниль, значит, аромат будет сладкий. Стоит он 3500. Давайте посмотрим, что он нам обещает. Ну, первое, конечно, впечатление, как я и говорил, чувствуется очень хорошо ванилька. Ну, я не знаю, знаете, на бумажечку брызнул, но я брызну, наверное, все-таки на руку. Вот, потому что на бумаге он прям бумагой пах. Ну, странный аромат. Жизнь ярких красок, фантазия наяву. Никакая фантазия не приходит. Ничего сказать не могу, если честно. Мне он не особо нравится. Вот как-то, как будто терпкий, что ли, какой-то вот. Конечно, ваниль сильно отдается ванилью, но не знаю. Это мое личное мнение, мне он не понравился, но он у меня есть, я его буду использовать в качестве пробного, да, образца, буду показывать клиентам, не знаю. Посмотрим, что скажут мои дорогие клиенты. Так, следующее у меня на заказе, это легко догадаться, это, конечно же, сыворотка для лица «Инновация». Ну, это мой любимый продукт. Клиенты видят мои обзоры и тоже хотят попробовать. Ну, где же вы были, дорогие мои, когда у нас была возможность заказать эту сыворотку в пробных образцах, чтобы вы попробовали? Сейчас просто приходится доверять блогерам, Ютубу. Ой, господи, как бы тебя поставить-то красиво. Не знаю. Вот так. Давайте будет вот так. Вот. И приходится сейчас людям заказывать. Но вот у меня есть клиенты, которые
ну, расстроились, так скажем, мягко говоря, расстроились, она им не понравилась, они не увидели эффекта. Но есть клиенты, кому понравилось, поэтому заказывают уже повторно раз. А сейчас она стоит 5700, хочу сказать, что мне она очень нравится. А у меня вот она тут тоже где-то на полочке рядом лежит, кто смотрит мои обзоры, вот, пожалуйста, я подписал. У меня это уже 4-й курс, я его планировал август, но я готовлю марафон, у меня будет проходить клевый марафон, в котором могут принять участие все желающие, вот. И поэтому об этом чуть позже. Вот, поэтому я ее решил оставить до марафона. Я ее буду использовать во время марафона. И заодно пройду свой 4-й курс. Вот, смотрите, она мгновенно кожа становится гладкой и свежей. Это действительно доказано. Я провел тестирование, когда она только вышла на рынок вместе с моей коллегой. Нам она очень понравилась. А уже через 3 дня возвращается упругость. И через 7 дней, когда полностью вы пройдете курс, восстанавливается плотность и объем кожи. Не верите? Попробуйте. Но вот еще раз говорю, что есть клиенты, кому она, к сожалению, не понравилось. Ну, не может быть, чтобы это нравилось всем. Поэтому, не попробовав, не поймете. Но представьте, я вот для себя нашел, вы видите, я периодически выхожу в обзоры с фейсом, так скажем, да, не так, как сейчас снимаю. И вы видите, что у меня внешность изменилась, кожа намного лучше стала. В общем, ладно, едем дальше. Хорошо разрекламировал, поэтому заказывайте. 5700 тенге стоит, но это клевая вещь. Еще у меня на заказе вот такое вот очищающее средство для всех типов кожи. Увлажнение с алоем и огурцом. Так, стоит это средство у нас 549 тенге, 200 мл. Цена вообще бюджетная, цена классная. Тут у меня уже сообщения какие-то приходят на электронную почту. Работа прет, не успеваешь обзоры снимать, а тут же еще сообщения получаю. Вот такое вот средство заказывайте, оно недорогое и очень, в принципе, пользуется хорошо популярностью. Так, еще у меня на заказе, вот, кстати, вот, пожалуйста, новинка этого каталога, но я делал обзор намного раньше, я заказывал ее намного раньше, поэтому она у меня была уже в обзоре, но вот сегодня еще раз мы к ней возвращаемся, это лосьон для тела «Лавандовые сны». Объем 400 мл, 1000 тенге стоит. А из этой линейки Kia сейчас лосьончики стоят 1100-1200. Поэтому обратите особое внимание. Лосьон у него, знаете, у него приятный нежный аромат. Впитываются они быстро, но я бы сказал, даже мгновенно. Я пробовал, тестировал. Поэтому он как-то вот так вот поставим. Вот, кстати. Сейчас в конце видео я вернусь к аромату. Что-то мне кажется, что он мне уже более-менее нравится. Так, еще на заказе гель для душа. У меня есть вот такой вот кашемир. Ежевика и мускус. Кстати, я не подготовил страничку с ним. Ну, ничего страшного. По-моему, он 650 тенге. Но они обычно стоят где-то 650-700 тенге. Заказали у меня. Знаете, сам хочу попробовать. Ой, ну он просто клево пахнет. Это вот он сильно прям... Ой, вообще ежевика. Хочу его, знаете, даже сам попробовать. Но подумаю. Заказать мне его или не заказать. Вот, ну и последнее у меня, в принципе, вот я же говорил, заказ-то небольшой. На последней страничке у нас, напоминаю всем, что на последней страничке 11-го каталога, который действует до 4 сентября, у нас гели для душа пол-литровые всего лишь 620 тенге. При покупке любого средства. Поэтому обязательно прервите молчание, наберите телефон вашего представителя. Если вы сами представитель, то тем более сейчас полистайте с пристрастием каталог, сделайте заказы, особенно гели для душа, потому что цена куда тебя поставить-то, красивый мой. Вот. Гель для душа «Любовь Парижа», он у меня мелькает частенько на заказах, ну потому что это хит сейчас этого года, его берут очень хорошо, у него идет аромат розы, ирис и нотами янтаря. Не знаю, мне он как-то, гель для гель. Мне гель понравился совсем другой, вот у меня сейчас каталог под рукой, я вам покажу. Прорекламирую еще раз, дорогие мои клиенты, зрители.
Подписчики, рекомендую заказывать, это божественный гель. Пена для ванны я заказал. Я хотел себе заказать еще, но я увидел, что в следующих каталогах выходит пол-литра. Я хочу пол-литра. Вот если выйдет 5-литровый, я себе закажу 5-литровый гель. Потому что он мне очень понравился. Такое редко бывает, чтобы я... Почему редко? Ну вот гель Лагуна мне очень сильно нравился. Но вот я пошел на исключение и сказал, что... Пофиг на все ваши новинки, я этот гель закажу в объеме и буду им просто им умываться и купаться в нем. Пена тоже классная. Вообще все. Я сейчас буду вам полчаса рассказывать про этот продукт. Поэтому, кто еще не успел попробовать эти две замечательные новинки, пожалуйста, заказывайте их, налетайте. Пока у них цена вот такая вот. Значит, 250 миллилитров стоит 500 тенге, и пол-литровая пенка стоит 800 тенге. Дорогие мои, жду ваших заявочек. На этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно и что-то полезное вы для себя с этого видео черпнули. И не пропустите, конечно же, по традиции, завтра 8 часов вечера на моем канале по времени Нур-Султан выходит очередной обзор. А какой? Увидите завтра. На этом у меня все. Всем пока-пока. Пока.